попробуем ходить во сне. Я, правда, еще ничего не понимаю. Это что такое? Настройки. Чуть потише сделаем. Даже, наверное, еще. How did I get into this? Ебать. How did I get into this? How did I get into this? Ох. Так. А, ну-ка, подожди-ка. Нет, все нормально. Ага, все понял. Что такое? Что за экстра, блядь? А. Нет, не надо. Ну и все, поехали. How did I get into this? I was a respected psychiatrist with a successful career. In my practice, I use paranormal abilities to explore people's dreams. It worked perfectly, until... A few days ago, I received an email that led me to this town. Now, I'm in a real nightmare. А нефиг с паранормальным связываться. I'm so glad you have come. My name is Barbara Perkins. I'm the town mayor. I found your email address in the book you wrote. You are my last hope. My daughter Sandra has been in critical condition for weeks. The doctors have tried everything, but... Please calm down, Mrs. Perkins. Tell me slowly everything that has happened. What does it all mean? Heart action is stopped. Please, step away. No, I must stay with my daughter. В смысле? У нее сердце остановилось. I'm a doctor. I will start resuscitating her. Реанимируйте девушку. Ну давай, реанимируем. Щелкните по указанной области, чтобы изучить ее подробно. Пропустить обучение? Нет, мы не будем. Так, и чё? Если застряли, используйте подсказку. Если требуется время на перезарядку. И чё? Чё надо сделать-то? Нужно стабилизировать дыхание. А, вот эту херню взять. Вот так. Понятно, она умирает. Нужно стабилизировать. Так, стабилизировали. Чё ещё? Взяли. Чё дальше? Пластырь нам нахер не нужен. Чё надо сделать-то, блядь? Может ей какую-нибудь херню? Чё, блядь, ну? Пластырь, что ли, взять? Так, я здесь все взял уже. Отоскоп. Хули дальше? Она сейчас сдохнет уже у меня. Чё, блядь, надо сделать-то, нахуй? И чё? Взять два пластыря, что ли? Так. Чё, руку? А, я понял. А, короче, назад надо выйти, да? Окей. Дальше что? Так, подойти. Выберите раскоп, применить его на стекле. В смысле? Так, ну ладно, эту хуйню надо взять. Понятно. Теперь дефибриллятор. Дальше что?
Дефибриллятор. Сперва нужно ее раздеть. Окей. Так. Ну, вообще-то... На нахуй. She is stable. For now. I must hurry. The director left for an emergency call. Did you manage to do anything? She is stable, Mrs. Perkins. But I will need to access her subconscious. But is it safe? How are you going to do that? As you have probably read in my book, I have some unique skills. They allow me to explore a person's subconscious. I'll find out what's tormenting your daughter. I need to stay focused for several minutes, so please leave. I will call you when it's done. I will make sure that none bothers you. Be strong, Sandra. You are in good hands. There are definitely too many things here to distract me during meditation. The television and that creepy cat. Найдите всех спрятанных ящиков на вооружение. Так, ладно. На некоторых локациях с разных коллекционных причин можно светить легко. Ага. Я понял. А чё, телек не могу выключить? Нужно проникнуть, пока не случится новый приступ. Тут слишком шумно. Окей. Что нужно, блядь? Я же вырубил их нахер. Может, и этот вообще все отрубить хером, чтобы порадовалась. Ой. Что, что, блять, что, 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 а что? Да в смысле? Почему сломаны-то? Без батареек работать не будет, я понял. Ну и какой пиздюк, блядь, спиздил батарейки? Ебать. Ну а как мне повернуть его? Чуваки, блядь. Что за бред? Угу. Так. Так, составьте цельную картину из элементов подсознания. Так. Подождите. Я пытаюсь понять, как это сделать. Двигать никак нельзя, да? Ах, блядь, подождите. В каком порядке, блядь, это все двигается нахуй? Я нихуя не понял.
А, просто методом научного тыка, я понял. Так, ну это, видимо, вот так должно быть. Так. И... Ну где эта ебучая тумбочка? А, ну подожди, вот здесь хуйня другая должна быть. Вот так должно быть, наверное. Вот так. Ёб твою мать. Не знаю, кто там кричит-то. Выпустите плачущую ментальную проекцию. Так. Нужно отрезать рукав, чтобы добраться до руки. Понял. Отрезать рукав, значит, нужна какая-то хуйня, которая режет. Так, здесь у нас деньга. О, здесь что? Какая-то пимпа. Чтобы открыть окно, нужен какой-нибудь рычаг. Так, здесь что у нас есть? Соответственно, если найду что-то липкое, то могу осторожно его вытащить. Так. Так, 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 так. Здесь что? Сейчас мы все прокликаем. Провод хлипкий и тонкий. Угу. Что тут вообще у нас есть? Ну-ка, что надо? Плачущую ментальную проекцию. Ага. Мы типа не ебаться психологи. Какой-нибудь рычаг. А я что взял там? А, у меня есть предметов ебаное ничего, да? Пойдем в ресторан сходим. О, Марочка. Так, бутылка есть. Можно кого-нибудь посадить на бутылку и спросить, как это сделать. Кулон Луна содовая. Все то же самое. Угу. Не, подожди, мне не надо назад. Мы больше никуда не попадаем, да? А, ну-ка тут просмотрим. О! Хуйняшка! Ощущение, что проекция не плачущая, а ее там просто мучают. А, ну это только что мы побывали здесь. Здесь ничего интересного. Здесь тоже. Так, ну-ка. Рычаг, да, нужен? Пойдет рычаг? Не сработает? Может быть, бутылкой попробуем открыть? Не, ну. Так. Липкая. Не, ну здесь это явно не липкая. Открывашка. Провод хлипкий и тонкий. Нихуя, да? Mm-hmm.
Ёпта, аж страшно. Ладно, будем искать. А, я понял. Это сквер, это ресторан. Все. Да, ну в смысле, ну можно же подцепить. Нужно найти монету. Но монету-то я уже нашел. Нужно найти что-то липкое. Так, и чё? Чё? Залить всё содовой, что ли? Так, ладно. А, ну все, нам надо ключ оттуда добыть. Я понял. Все. Окей. Хоть бы, блять, разнообразные звуки сделали. Так, ну чё липко это где, блядь? Чё липкого есть? Какая-нибудь хуйня для мух, может быть, где завалялась. Так, какая-то херня для прочистки труб. Да? Для прочистки труб. Ну-ка, блядь. На нахуй мне это содовая, блядь. Что с ней сделать-то, блядь? Куда ее залить-то, нахуй? Как ее юзать-то? Мне надо этот ключ будет в итоге. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я, конечно, помучаю сейчас еще немножко, но мне кажется, блядь, что за бред, блядь?
О, брошкой там можно эту хуйню открыть, все, я понял. Так, где-то здесь эта залупа была на столе, да, вот это? Так. Пилочка. Так, это что за херь? Ватные палочки, пилочка для ногтей. А брошечку-то мне верните. Так, брошечку-то мне, брошечку. А ну-ка, мы ключ-то откроем. Ну да, мне надо. Ватными палочками, может, ебанем. Кровашкой. Кулоном, нахуй. Может быть, содовой? Ладно. Я понял вас. Так, здесь что у нас? Здесь уже ничего. Здесь у нас что, нужна монетка, да? Монетка. Монетка у нас та. О, это что? Все, здесь, по-моему, нихуя больше нет. Да, монетку надо достать каким-то местом. Ватные палочки? Нет. Пилочка? Нет. Окей. Пилочка. Ну, пилочкой-то можно же отрезать. Это рычаг будет, ладно, я понял. Та-ри-ра-ри-ра-ри-рам. Так, ключ от замка, окей. Ага, и пилочки у меня нету. Ключ от замка. А, подожди. А, ну у меня есть вот эта хуйня. Ну я же ее, блядь, беру, вот мажу, блядь, вот смазываю нахуй. Вот. Что, блядь, не так? Сами вы плохая идея, охуенная идея, блядь. Блядь. Так, ватные палочки. Зачем нам могут понадобиться ватные палочки? Чтобы что-то на что-то смазать. А, кулон. Мы можем кулон размазать. Нужно найти монеты. Монеты я нашел. Нужно найти теперь что-то пиздец липкое. Что мы можем найти липкого? Ну, рычаг это ручка будет, блядь, стопудово. Рука этой дуры. Блядь, как эту хуйню использовать, нахуй? Так, и чё? А что? А что, 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 что? Что, блядь, что, что, что? Планки слишком тесно, рука не пролезет. А, вот эту хуйню, наверное, надо взять. Ну. Дверной молоток. Окей.
хуй с ним. Я понял вас. Дверной молоток, дверной молоток. Так, ты можешь нахуй пройти со своей содовой, блядь. Я нихуя не понимаю, блядь. И чё, куда я её должен? В хуй вам запихнуть, что ли, блядь? Да, ну нет, ну здесь полдебасу надо руку. Чтобы руку, надо что-то отрезать. Чтобы что-то отрезать, нужно монетку достать, блядь. Блядь, я и так понимаю, блядь. Че, здесь какой-то козел, что ли, появлялся? Я чуть не понял. Баран. Блять, дверной молоток, двери-то нету нахуй. Что, куда? Как ее применить, нахуй? Ёбаный стыд. Вот я тупорылое говно. Так, и чё? Открыл. Замок проржавевший. Так, окей. Ага. Надо сделать так, чтобы ничего не пересекалось. Понял. Ручку сообразить. Одну нашел. Почему? Нужно сообразить какую-нибудь ручку для люка. А их надо две, типа, да? Так, блядь.
монеточку надо. Если бы я его съели каждый раз. Каждый раз, когда я думаю. О! А ну-ка нахуй. Мы сейчас отхуячимся. Берем руку. Отлично. Идем сюда. Ключик. Так, овечий колокольчик нужен. Ключик. А чё, не могу ключ взять? Овечий. Печенька. Я хочу ключ. А, что-то открыть надо. Открыть. Что мы можем открыть? Какой-то домик. Овечий колокольчик. Вот он. Кукуня. Кукуню можно взять. Кукуню. Паровозик. Паровозик. Закукунили. Тапочку. Карандаш. Где ебаный карандаш? А, вот он же он. Кружка. Не вижу кружку. Овечка и кружка, овечка, кружка, овечка, кружка, кружка. Овца. Все. Лампа. И лампа не горит. Лампа, окей. Понял, с лампой какая-то напряжность должна быть. Так, а мне надо что-то липкое, блять, а ничего липкого нету. Все, эта хуйня обрублена. Липкая, чё, блять, липкая? Хуя нету. И лампа не горит. Так. Так. И чё теперь? Что-то я нихуя не могу понять. Чё дальше-то? Так, ладно, лампа отдельно. Найти монету, монету, монету я нашел, блядь. Я нихуя не понимаю. Что? Я здесь все уже обыскал. А, темно и страшно, лампу надо вкрутить, я понял. Вот она, ручечка моя. Фамильная. Так пойдет. Да что ж ты будешь делать?
Так, все взяли. Перейдем в зад. Достаем монетку. Чипуник. Монета. Идем вперед. Хуярим монету сюда и пошим. Открываем. Берем лампочку. Вставляем лампочку в лампочку. Ультрафиолет получили. Идем сюда. Подсвечиваем циферки. 47, 90. Алан. Miss, are you all right? Strange. Да, нормально. It looks like there's another entity living in Sandra's mind. It whispered a name. Alan. Do you have any idea who she is talking about? Alan? I don't know what that has to do with my daughter's condition. Well, whoever Alan is, he might be responsible for your daughter's trauma. Ой-ой-ой. Personality disorder. If something bad had happened to her psyche, I assure you I would have noticed. My daughter is not crazy. I didn't mean that, Mrs. Perkins. Конечно, не сумасшедшая. Sandra, I need to find out the cause of her trauma. You've done enough. Please leave us at once. Вот ты пизда какая, а? Ты посмотри на неё. In the hospital. They told me that Sandra runs a small cafe in the suburbs of the town. Mm-hmm. Давай поедем. That must be Sandra's cafe. Didn't I see it in a dream? Там это называлось ресторан. Новое достижение увечья. Такое себе достижение. Доберитесь до подвала кафе. Так, что там написано? Закрыто. Ага. На лопату. Мы лопату можем взять? Можем. Сосульку сбить там нет. Дверь замерзла. Значит, надо чем-то отогреть. Прикуривать. Не могу, да, взять? Ладно, все, прикуриватель. Да, еще более мощный. Овца, овца. Сука какая, а. Так, ладно, пока. Кувшин, кувшин, нет. Камушки. Черпак. Черпак не берется. Ладно. Овечка, овечка, овечка. Так, что тут у нас еще есть? Мы не можем никуда заглянуть. И эту херню не можем взять, да? Ну-ка. А мы уже назад не поставим. Ключик. Окей. А, прежде чем уезжать, да? Все норм. Фонарики, фонарики. А там что у нас? Ну-ка, все-таки. Может быть, мы можем отколупнуть это? Слишком высоко, нужна подставка. Окей. Подставка, подставка. Может, мы лопатой ебанем ее? Нет? Сука. Подставка. Что у нас тут есть из подставок? Дверь замерзла. О, снег. Давай-ка почистим. Так.
Так. Оп, телега есть. О. Как можно взять газовый баллон? А, короче, я могу шланг от него прохуярить. Так, у меня есть тачка. Мы можем нагрести снега. Кусочек снега нет? Ладно. Веревка старая, ветхая. Так, и чё, я чем-то ее могу срезать, что ли? О, ключиком могу. Вот горшок пустой. Он предмет простой. И никуда не денется. А, мы уже можем вот так вот. Оп. Нет? О. Не сработает? Может, горшком тебе по ебальнику дать? Нет? Ладно. Ой. Так, что здесь можем сделать? Так. Так, ну и что я тогда? Подожди. А как я не могу взять, да? Так. И, ага. Ну, вот этот вот кусочек, вот он выделенный. Я, наверное, могу его как-то загрести, наверное. И потом... Вот этот. Оп. Только нахуя. А, водой отолил горячее. О. Угу. А нихуя, что на минус 30 кипяток все равно застынет моментально. Эх, не жили вы в Сибири. Так, теперь берем вот это. Вот сюда ебошим. И оно тут же застывает. Так, перчаточки нет. Бутылечек нет. Телефон. Кофейник. Кружечки нет. Подушечка какая-то. Оплетенная бутыль. Что там? Пластинка. О, дротик. Пиу. Мне бы еще табуреточки не помешали. О, вот эта штука. Хомут обязательно нужен. Шарфик. А вот пластинка. Что там? Абажур, абажур, абажур. Где абажур, блядь? Абажур. Найди еще один. Пальма, 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 пальма. Абажур, абажур, абажур. И лампа не горит. А, вот. Под диваном люк. Совсем как во сне. Ладно. Без полозьев не сдвинуть. Так, это что, коврик какой-то, да? Куда его можно припендюрить? Никуда. И себе не возьмем. Без полозьев. Где мы возьмем полозья? А вот как это, ага.
old-fashioned photo lab. The mayor didn't say her daughter had such an unusual hobby. Так, установите причину болезни. Чертежи, фотографии. Пленочка. Пазырка. Рюкзачок. Оп. Так. Чё, в какую сторону вертеть? Необычный замок для необычной девушки. Ага. А как вертеть? Нихуя, да? Я бы с удовольствием повертел бы. Пока что вертят меня на разных местах. Так, ладно, пока поставим сейф. Что тут у нас есть? Что за херь? Кнопочки не нажимаются. Чернила. А, это у нас... А, проявить сначала, ладно. Где у нас проявочная? Вот здесь. Так, у меня есть вот. Так, надо следовать инструкциям. Ну, так ее открутить надо. Первую, вторую потом налить. Так. Как мы ее открутим? Так, вы заебали. Ну... Что вы мне рассказываете-то? А, надо эту поместить сюда. Так, теперь, блядь, вот эта хуйня. Теперь, бля, вот это. А, подожди, потом. Взболтать, но не перемешивать. Потом воды. Потом вот это. Взболтать. Оп, пленочка. Пошли проявлять. А, вот. Ага, в рюкзаке говно какое-то. Понял. Все, что ли? Без кнопки ослабить пробку не получится. Без какой нахуй кнопки? Походная трость. Так, ну и чё? Кнопку ищем, да? Окей. Ой. Сюда. Кнопку, кнопку. Так, ну подожди-ка. Штычок. Это будет у нас символ, который, походу, на этом код.
Так, что тут еще активное есть? Вот еще какая-то херя. А, ну это. Че, почему я не могу-то? Ну надо же это. Так, и че? А, я понял. Теперь надо. Тут был у кого-то до хера всяких разных. Так, надо сердечко. Вот оно. А, первое, наверное, вот сердечко. Надо X найти. X. Потом вот здесь вот I. И книжечка. V. Так. До башни добраться, окей. Так я так и не понял, в чем причина-то? Доберитесь до... Чем мама? That tower again. What is its connection with Sandra's trauma and this Alan guy? Все что ли? Ладно. Доберитесь до башни. Подожди, а фоточки? А, все уже, да, неактивно. Ладно, поехали. According to the map, the road leads directly to the tower. Time to ride on. Ох, теперь у меня есть нож.
ключа. Как нам зайти? Так, что мне еще надо? Вот эту хуйню. Здесь какие-то залупы. Веревочка не нужна? Нет. Ой, что я? Что, подождите. Еще не все, нахуй. Так, что там еще? Весло, ёпта. Крюки? Нет. А, вон какая-то херь еще. А где она? Так, карабин. Где ебаные карабины? Карабин. Какая-то мохнатка еще. Я не вижу карабинов. Вот же мешок с карабинами. Свисток. Где свисток? Вот карабин нашел. Свисток где? Свисток. Это что за бритва? Ой, блядь, да что ж такое? Свисток, да ебать. Свисток. И какая-то херь. Вот он. Так, и еще какая-то ебань. Так, это что за херобора? Что? Да ёб твою мать. Вот это что за херь? Это GoPro, блядь, какой-то. Блядь, что это такое-то? Ёбаная мухобойка. Чё, кирка? Date and camera serial number. I'll be able to check the recordings.
Так, правильную дату. Давай посмотрим, что у нас там с датой. Подожди, мне надо посмотреть это. Пожалуйста. Сейчас найдем. Шестьдесят девять, восемьдесят шесть. Серийный номер камеры С. Смогу посмотреть запись, сделанную в башне. Ага. Что-то подставить, чтобы не закрывалось. Костыль нахуй. Костыль — это пиздатая вещь. Давай кирку подставим, блять. А, суки. Что мы можем? Кружку нет. Давай поищем. А, подожди, а что? Может, что-нибудь есть здесь? Ничего нет. Так, ладно. По-по-ру-по-по-по-ру-по-по-по. 69-86. Но это не камера С. Если я ничего не хочу. А что, кто? Бал чем-нибудь там. А что, не тонкое, что ли, вам? Чем-нибудь тонким, да? Чем, блядь, я вам тонким? Хером, что ли, блядь, вытолкаю? Что здесь есть тонкое? Есть что-нибудь? Ничего. Ладно. Чем-нибудь тонким, чем-нибудь тонким, чем-нибудь тонким. Мне надо... Ну-ка, иди сюда. Слышь, овца. Сюда иди. Так, чем-нибудь тонким. Где-то камеру видел. 37-24. Случился пожар, все сдохли. Чё, вот я всё уже узнал. Ключа от машины нет. Назад я поехать не могу, да? Карта. Нет, чем-нибудь тонким. Станция, башня. Перемещайтесь, говорит, между локациями. Все прекрасно, господа. Так, назад. Я уже сделал так, я уже посмотрел. Так, и чё? Ну, у меня три штычка. Что дальше? А, стоп. Нихуя. Ёб твою мать, губка что ли какая-то? Подождите, блядь. Что-то я туплю, что ли?
губка-то нахера? Нужно как-то зацепить стену машины. Так, пиндюрили. Так, прикрепили. А, мы сейчас костылем его. Чипунь. Да как, теперь никак уже, ёптить. Знаете, что случилось с Аланом? Давайте его поузнаем. Ох, хули такой. Подъемник доел, окей. У нас есть ничего. Это что? Так, подъемник заело. А что такое? Высохшая краска. Окей. Лесенка. Ой, блядь. Стоп, П. Так, то нам надо подняться посмотреть, что там за камера. Окей. Куда? О, мы ее можем. Так, сейчас стоп. Сюда. Так, у нас это активно и вот это активно, да? Так. Стамесочка. Не хватает колеса. Нам надо где-то колесико найти. А это мы не можем, да, обрезать? Так, ладно. Вот рюкзак пустой. Губка, краска, стамеска. А, это долото. Долото у нас по дереву. Долото по дереву. Угу. Походу надо назад хуярить, да? Да. Чтобы сделать что? Чтобы... Конечно, получится. Так, домкратик, ключик. Где овца? Колесо надо поднять, да? Подняли. Подходящее колесо надо найти. А, так мы сейчас высохшую краску сюда заебошим. Нет? Не сможем подставить.
Так, колесо, колесо. А вот колесики какие-то есть. Камера, я искал. Нужная камера, блядь, высоковато. Походу надо назад ебошить. Хотя кто? А вот это что такое, подожди? Фломастер. Мы же ничего не можем здесь сделать, нет, ничего. Назад. Да, надо назад хуярить и на станцию. Чтобы подставить вот эту херню. Нет? А. Опа. 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 Так, что нам надо? Номер камеры как-то. Колесико нам надо. Колесико, колесико, колесико. Чтобы нам получить колесико, нам нужно назад. Так, ладно. Терка и какая-то рапсовая масса. Так, теперь все, номер камеры надо каким-то образом. Где колесо взять, блядь? Может это спиздить? Так, взяли колесико, все. Поехали назад. Башню колесика хуйнули, блять, масштаб пиздец, конечно. Так, ладно, пойдем. Так, я не понял, и чё? А, 5 сек. Нихуя, да? Нет, подождите. Мне же зачем-то надо было его передвигать. Теркать-то я смогу, сырое мыло. Так, здесь я все намазал. Надо рычаг, значит, да, какой-то получается. Так. Мне камеру-то посмотреть. Найдите недостающий номер камеры.
Жизнебился в кусты, пока не обнаружила, что сажу можно частично удалить смесью посудомоечного средства с тертым мылом. Все берем. Подождите. Так, и что теперь нам надо сделать? А, друзья мои, блядь. И чё? Что дальше? Девяносто девять тринадцать. Окей. Записал. Где овца? Нету. Так я уже как бы нашел. Еще что-то не доделал, что ли? Недостающий номер камеры. 99-13, что надо? А, я не взял бумажечку. Все понял. Я не взял бумажечку. Using a better device. Ёб твою мать! Так, что надо сделать? Выберитесь из вагончика. Да как хули тут выбираться? Вообще за них купить гаечку. Сейчас возьмем и все.
В смысле упала под сиденье? Отвернуть чем-то надо. А где мой ключик, блядь? Почему проебался ключик? Может, платочком сейчас отвернем, нахуй. Крышка острая, блядь. Мне ее и надо. Так, это все оно, блядь. Так, 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 так. Можно спуститься по кабелю. Угу. Ну нахуя мне тогда гайка? А это что за хуйня? Жевательная резинка, что ли? Ага. Так, 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 так. Подумаем. Это все равно будет сиденье. Как это не сработает? Все должно было сработать. Так, ну, окей. И чё? А, вон какая-то хуйня есть. Что это такое? Набалдажник. Набалдажник. Конечно, на жвачку, блядь. Монета, магнит на холодильник. Монета, монета. А, тут шестигранники, нахуй. Монета. Не, ну явно же не магнитом, нахуй. А, о. Оп. Остренькая. Болтик тоже возьмем, пожалуй. Что? Откуда начинаем?
какую сторону надо вытаскивать, я вообще не могу понять. А нахуя мне гайка нужна была? Нихуя себе. Ой-ой-ой. Метель усиливается. Ой-ой-ой-ой-ой. Мисс, nobody told you that sightseeing the tower is forbidden? Конечно. Я так-то не турист. Значит, мне можно. Investigation? Are you a private detective? No. I'm a psychiatrist. Well, your effort is pointless. The tower burned because of the electricity breakdown. Case closed. We will stop near the ropeway machine. I need to make sure nobody's trapped there. This blizzard is no joke. Please look around. Now search the terrain. Maybe someone got stuck in the snow. Ну, блять, я же успел практически ее забрать. But what about these footprints? They look fresh. Как это более 10999? На. 9999. Чё? Мне повезет, если подходящий ключ. Так, окей, все надо везде искать. Что за люди, блять? Фонарик. Не дотянуться. Что у нас есть еще? Толстая проволока. Ага. Давайте отмоем карту. Так, и чё мы куда сможем зайти? Ага. Так, 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 а я не могу тогда. Окей. Чипунька. Предохранители сгорели. Хуенно открыл. Семьдесят два, 63. Так, раз предохранитель, зарядочка и какие-то картиночки. Ну-ка. Так, один сразу воткнем нахуй. Что у нас тут? Не дотянуться. У нас есть костыль. Сейчас, подожди, я зацеплю тебя. Включите питание. Ага, здесь темно. Я понял. Оп-оп. Больше нечего взять. С дураков, как говорится. А, подожди. The ropeway still isn't working. Maybe I should check the machinery.
Машинное отделение найти. Окей. А, подождите. Ну все, здесь. Ничего не возьмем, да? Оу, воу. Воу. Оп, зелененький. Так, все вроде бы. Пошли. Someone was poking around here lately. Что такое? Hello? Where are you? Over here. Look. I think someone caused the нарочно сломал канатную дорогу. Are you serious? Why would someone do that, especially in this weather? Ой-ой-ой. Кто это сделал? Enough of this. I'm taking you to the hotel. Apparently you are still in shock. So, what exactly did you investigate at the tower, Miss Psychiatrist? The cause of Sandra Perkins' mental condition. Oh, Sandra, poor girl. So you know that this guy Allen died during the tower fire? I should have guessed. They were a well-known couple here. Nah, he wasn't a good match. These young men today are totally irresponsible. Да. Молодежь совсем распаята. Ну ёбаный стыд, да что ж такое? Да спихнуть его нахер и все. Нихуя тут золото бриллиантов нахуй. Can you get in the car? I'll help you by holding the car. Well, I'll try. Just give me a moment. Это Хелен, что ли? Нужно опустить сиденье. Ну надо же, блять, просто руками опускать. Чё? Да и хуй с ними. Не, блядь, чё? Ну стекло и стекло. Ебать, да какая нахуй разница, блядь. Сейчас мы рогами тут все расчистим, ладно, давай. Браслетиком, раз, нет. Нихуя. Ёбаный в рот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чё, товарища полицейского, ничего нету? Ничего нету, товарища полицейского. Ага. Так у меня есть уже. В воротах чего-то не хватает. Да уже все сделано. А, во, какая-то херня есть. Так. Веревочка. Мы пока займемся бараном. Ходила. Яйцо. Так, 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 так. А, во. Так. Пока здесь. Яйцо. Мандала какая-то, блядь. Блядь, проще все проклякать. Так, ладно. Барашков нам не дадут.
Так, это вот сюда? Нет, удивительно, неудивительно, неудивительно. Яйцо одно есть. На-на-на, чё за стул? А, во, вот так вот надо. Стоп. Оп. Так, есть. Это чё? Это куда надо прилепить? Ага. На окошечко прилепили. Звезда. Лампа не горит. Мандала не завершена. Какая в пизду мандала вам? Что-то еще же бралось, да, по-моему? Мандала. Мандала. Мандала, вереск. А где вереск? А, вот он. Кысенька там какая-то. Так, что там, яйцо и ладан. Яйцо. Где яйцо? Вот оно. А где ладан? Я хуй знает, что они имели в виду. Мандала не завершена. Угу. Что нам надо, чтобы ее завершить? Его знает, товарищ майор. На-на-на-на-на. Но я не знаю, честно говоря. О! И чё произошло? Ой-ой-ой, нет, не сюда. На-на-на-на-на, я не знаю. Так. Ебать. Я же протыкивал ее. Короче, нет времени объяснять. Так, свечной колпачок. А, вот он. Отлично. Теперь мы берем сюда свечной колпачок. Нужно чем-то его закрепить. Пиздец. Давайте вытащим. За шею зацепим. Так. The hotel is nearby.
Ой-ой-ой. There in just a few minutes. Хорошо. The door is closed, but she always keeps a spare key in the drain pipe. It's got to be here. Так, бля. Я овцу не успел. Я же читал, блядь. Откройте дверь отеля. Окей. Так, оп, блядь. Нет, успел. Дверь отеля. Ладно. Ой. Надо сохраниться. И потом продолжим. О, блядь. Так. Лестника не хватает, блядь. Найти. Ладно, звезда. To be here. Так. Так, лейка, 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 лейка. Где может быть лейка? It's got to be here. Nice work. Hold the door. I'll bring her in. Ugh, it's really cold in here. Конечно, холодно, блядь. I wonder what caused her to faint. I should explore her subconscious. But first, I have to raise the temperature in here and turn off that tablet. Otherwise, I won't be able to focus. Открыли. Да нахер. Можно как-нибудь сохранить, блядь, это хуйню всю.
Продолжить настройки. Так.